опять удачи. Мы... Видите, здесь где-то облака. Вот. Здесь деревня. Кто же нас пустит к себе? Ребят, сразу мы встретили мужчину, который стоял на улице один. И мы его спросили, где можно переночевать, потому что у нас сломалась машина, завтра за нами приедут. На что мужчина ответил: не волнуйтесь насчет еды и ночлежки, я сейчас пойду спрошу, в доме у него мама, мама главная, и поэтому он пошел спрашивать ее, можно ли нам переночевать у них. Вышла его жена, которая удивленно спросила, что случилось. Мы ей объяснили, что у нас сломалась машина, и нам нужно где-то переночевать. И она сказала: сейчас я спрошу маму. Мы встретили соседку, которая тоже шла к ним в гости, и мы ей объяснили ситуацию, и вышла жена, которая сказала: проходите, сказала: проходите, будьте нашими гостями. Я, честно, был удивлен. Охренеть. Я в шоке, честно. И вот мы зашли, и нас очень тепло встречает бабушка. Бабуля начала рассказывать историю семьи, и также она познакомила нас с соседкой, которая пришла к ним не с пустыми руками. Она подарила ей косынку. Бабуля сразу же ее надела и тепло поблагодарила ее. Туда-туда. Все, спасибо. Опс. Sağ olun sizden bizi karşıladınız. Sen de yemeğimizi de verdiniz. Ona göre bunun biz size veririk. Hayır, yok ben hepsine var. Yok ben hepsine var. Yok ben hepsine var. Ve bu sizin de hediye devri. Biz ne istiyoruz?